Днем ранее в Димитровграде прошла пресс-конференция с участием депутатов от КПРФ. Ее окончанием стала долгожданная встреча судебных приставов с излишне амбициозным коммунистом Денисом Гурьяновым. От димитровградских коллег мы узнали, что депутат долгое время скрывался от сотрудников управления. Но благодаря прямой трансляции пресс-конференции исполнители закона все-таки нашли неуловимого депутата законодательного собрания области. Возбуждено в отношении вас также задолженность в сумме долга 205 тысяч 200 рублей. Вы знали, какого возбуждения данных исполнителей? Вам-то тупо что надо, я не пойму. Следующее постановление о возбуждении у нас с предметом исполнения неимущественного характера обязать учредителя сайта губернатора 73 РФ Гурьянова Дениса Владимировича удалить с сайта губернатора 73 РФ незаконно размещенной следующей статьи. Фотографии. Все удалено давным-давно. Все удалено. Как оказалось, в отношении Дениса Гурьянова проводится 3 судебных дела производства. 800 тысяч рублей в общей сложности он должен истцам. Что интересно, сам депутат разъезжает по городу на дорогой иномарке. В Засвияжское отделение службы судебных приставов парламентарий должен был явиться 29 января в 9 часов утра, но повестку решил проигнорировать. На данный момент данный гражданин Гурьянов Денис Владимирович не явился. За неисполнение требований судебного пристава исполнителя выносится протокол, и данное лицо привлекается к административной ответственности. Пока что протокол на Гурьянова не составлен. Видимо, приставы еще надеются на его порядочность. Ведь депутат должен быть честным и законопослушным. Жаль, что некоторые из них забывают об этом.